По данным оперативного штаба по Пермскому краю, в Березниках общее число заболевших с момента первого выявленного случая составило 403 человека. За сутки в больницу не было госпитализировано ни одного жителя Березняков. В инфекционном отделении краевой больницы имени Вагнера сейчас находится 61 житель Верхнекамья. 122 гражданина сегодня изолированы на дому с подтвержденным диагнозом COVID-19. 750 человек сейчас под наблюдением врачей больницы имени Вагнера. В Пермском крае за сутки выявили 59 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в Прикамье составляет почти 7700. При этом выздоровело 5400 пациентов, из них за сутки 40 человек. Умерли от коронавируса за минувшие сутки 3 жителя края. Всего за весь период 209 человек скончались от COVID-19. В России число новых инфицированных за минувшие сутки увеличилось на 4829 человек. Общее количество заболевших превысило 980 тысяч. Скончались за сутки 110 пациентов.